Они праздновали здесь, делали шашлыки вон с торца дома. Выходят, начинается драка, начинается мат, ругачка. И это продолжается даже вот после жалобы, то, что мы 26 ноября вызывали полицию. И, значит, после всего этого еще интенсивнее стали работать. Теперь уже днем работают, утром работают. Вот выходят оттуда, никакие, ползут как одурманившие.